Так, а это у нас что? Это у нас что за локо? Нам она нафиг не нужна, да? Да, это по идее просто финальная локо, она, наверное, никакая здесь. Наверное, просто надо бежать вперед и бить Вайли. Или как? 200. А чё, Мегамен как-то круче стал? А то я что-то не очень понимаю. Что это такое? Snake Egg. Что за Snake Egg? М. Skewering Snake Attack. Что-то подозрительное. ВВВ. Медузки две штучки. Так, Синтер, с тобой до конца ни в чем нельзя быть уверенным. Правильно. Только не отлети от вирусов, ради бога. В смысле? Если они будут сильные, они меня закиснут, будь здоров. Блин, у меня Зенни с жопой ешь. Потратить никак. Опа. Лан. Лайф вирус. Если мы сможем удалить его, планы ВВВ будут уничтожены. Это оно. Наше ультимативное уничтожение вируса. Батл рутина. Установи. Казнить. Так. Воу, это что за говнина? Так, я не знаю, что это, но это выглядит очень страшно. Так, сначала я бахну с этого, потом с этого. Так вот, пожалуй, пока. Так, хорошо. Это я оподливился. Все плохо. Так, СС. ГГ. Ну, ладно, давай так. Так, здесь... А, я не могу это отменить никак. О-о-о. Хотя здесь есть вот эта штука. Что-то я чувствую, что от кисалити какой-то идет. Ой. А, он на первые две этих, окей, понял. Вот об этом я так. В таком ключе я об этом не думал. Угу. Если отлетишь, то после файта с Мэджиком избавляйся от мин. После файта с Мэджиком избавляйся от мин. Подожди, а что это? Почему я здесь дерусь с этим вот то, что сейчас вот мы видим? А чё мины? Ну да, мины нафиг не нужны.
Так. Возможно, стоит, да. Блин, ну не знаю. Ну. Давай посмотрим, что у меня есть. Роуш Скулман, дополнительный Стоунман. Стоунман, кстати, неплох. Рейз Ван Пенал. Лонгсворд С. Лонгсворд С точно лучше, чем Сварды С, которые у меня есть. Ай, так. Фастгауч точно оставляем, а Квасворд оставляем. Просто, хотя Квасворд милишный собака, катс даун колом на рейндж 1. Quake Mine, Mine, Mine. Mine, Mine, Dynamite. Sword. Я этим все равно не пользуюсь. Рейндж 2. Сворд мы точно заменим на лонгсворд. Тайм-бомбы, в принципе, показали себя хорошо. Мины реально показали себя не очень хорошо. Квейк 3. Квейк 2, ку-ку-ку. Ку я пока что разбавлять не хочу. Так что мины... Лонгсворды. Стоит ли забирать панельку, чтобы им было потяжелее двигаться? Нет, тогда я не смогу всякими фронталками кидаться в этого чела. Quake 3 пока что хорошо себя показал. Так, Кухан, шотган. Quake 3 показал себя просто хорошо. Майн 1 H. Да у меня реально тут не очень здорово. Нужно, может быть, что-то хорошее. Давай экспонал 1 заберем. Достаточно приятная штука, чтобы ограничить их перемещение. Да слушай, это нормальная. Quake 2, они просто по ку синергируют, вот в чем суть. Этот Quake 3 тоже синергирует по ку. А Quake 3 вот этот синергирует с этим. Понимаешь, проблема в том, что мне не очень понятно, что мне здесь забирать. X-Panel помойка. Да, так а у меня больше ничего и нету. У меня нету больше хороших вещей. У меня куча зенис и нету никакого закупа. В идеале мне бы вообще... ФТР Сворд на пи, кстати. ФТР Сворд на пи, это неплохо, кстати. ФТР Сворд на пи, это неплохо. Вместо этого... Посмотрим, что у нас на Q. Q, Q, Q. Q у меня шотган. В
Жалко, нельзя сразу быстрого. Стил есть на А. Repair panels in your arena. Remobit. Remote control smasher. Может быть, кстати, Remobit норм. Можно через LR мотать постранично. О, хорош, спасибо. Хилка. Может быть, хилку взять? Там была вроде какая-то на 300. Quake One, неинтересно. Canon. Есть Thunder. Rolling Lightning Attack. Может быть, это хорошая идея. Temporary Immunity на А. Да, нормальная у меня дека. Dynamite 3 можно заменить на Steel A. Потому что это неплохо. Time Bomb 3 Big Wave. Есть еще тандеры, в принципе. Ладно, давайте пока так оставим. Здесь сейф сохраним. Мне еще надо Magic Man'а пробить. Да уж. Это он сбил? Окей, я понял. Ку-ку. Прям чувствую, как все хорошо. Где-то от кисалити какое-то. ГГ. Бошку призвал, башка меня что-то развлекла, будь здоров. Лонгсворд, лонгсворд. Да как? Я же жал. Ёпрасоте. Угу. Он же не будет потом... Какая прелесть. Какая прелесть. Они меня замувили, я не смог вниз идти. Ааа, фак, я почти добил его. Еще микромомент. У Лафируса есть лайф аура на 100 урона, чипов на 100 урона. У тебя не слишком много, так что на системе используется. Пассером после применения хаббат тебе дают апнутый плюс 1, плюс 1. Угу. Ааа, прикольно. Так, гауджи. Ненавижу. Просто ненавижу вас всех. Так, с тобой понятно, с тобой понятно, с тобой понятно. Тут еще будет хил сейчас. Сбили.
ку-ку. Так, здесь скипаем всю херню. Здесь скипаем всю херню. Здесь скипаем всю херню. Здесь валим. Здесь скипаем всю херню. Здесь скипаем всю херню. Эсранг второй раз, между прочим, эсранг. Аура на 80. Какая прелесть. Привет. До 10 пока. Вроде как. Скипаю, хорошо. Хорошо. Оля там развлекается как может. Так, ну мы добавляем все, только для начала надо, наверное, тогда, ну слушай, 80 все равно надо нанести, поэтому не вижу вообще резона. Нет, подожди, надо сначала ударить, потом так, потом так, потом так. Интересно, получилось? Или он в инвизе? Да, он в инвизе, конечно же. Так, что у нас здесь? В принципе... Для начала просто протакуем вот этим. Не очень хорошо получилось. Ну ладно, это хорошо. Не-не-не, С-ранг. Да там просто, если быстро его убиваешь, то тебе дают С-ранг. Как бы ты там не огребал от него. Давай. Изи. Вот это была девятка. Вот это был не С-ранг, ребят, на секундочку. Так это живем. Так, ну хорошо, поехали. Здесь Пэп. Угу. Здесь можно вот этих чуваков провафлить. Начинаем с этого. Здесь можно два мяча дать по 100 каждый. Или немножко подолбить землю вокруг и перед ним. Я думаю, что немножко подолбим землю вокруг и перед ним. Сначала мы делаем отшаг, выстрел просто. Так, отойди. Хорошо. Здесь у нас два мяча на П. Ага, понятно. Хорошо. Так, он что-то призывает. Это что за фигня? Как это дожить?
У вас все нормально? А. А. Пу. А, С, О, Q, П. Красиво. Стил на А, да нет, лучше дамаг. Угу. Так, это же надо... Ага, я понял, извините. Наша песня хороша, начиная сначала. Да. Да, конечно. Я, но проблема бы взял Fast Gouge, если бы он был. Так, здесь А, С, С. Стил, но проблема. С, С. Как-то не очень хорошо получилось. Танканул. О боже, какая неудача. Рика вернул. Вау, вообще просто топит. Вообще прям хорошо работает. Прям вообще классно закатывает катка. Прям складывается пазл. Ты попадешь ведь по 125 или по кому? Не, он попадет сначала по 200, поэтому надо сначала так сделать. А нет, все нормально. Все нормально, он его убьет. 125 у него же. Фух. Фух. Тут уже ранка S не было, ну и хрен с ним. Давай, скипаем все, скипаем, скипаем. Джекаут. Yes. Роджер. Здесь скипаем. Поехали. Тут это мне, конечно, пайлухи насыпало в замесе. Просто караулите, какую пайлуху засы... Так, здесь С, С. Это что такое? А, вот это хрень. Ты что, чем разносишь хату? Та-та-ра-ра. Подожди, а как ты... Как ты барьер пробил? Ты не мог бы мне подсказать? И ты еще разносишь мне хату еще, да?
как бы намекая. Сульман, Coast Cat, Путь самурая. Сульман, у меня босик. У меня босик, он ответственный. Вот тебе черёнку в носик и шел нахер отсюда. Так, здесь, как обычно, нихера хорошего не нашли. Мусор сплошной мне выкидывают. Сойдет. Стил, конь, отлично. Скулман пошел. Сбиваем ему сотку. Я так полагаю, не расстраиваемся, да? Так. Так, здесь надо SSS. Здесь, в принципе, пробиваем. Плохо вошел. Ага, хорошо. Так, тут эта штука сейчас сойдет. Но вообще это сойдет того. СС было прикольно сейчас. Попытаемся сейчас добить его как бы с две атаки. Или мы... Слушайте, давайте попробуем с две атаки добить. Это все-таки... все-таки хорошая тема. А как эта штука наносит очень много, и от нее никак не доджнуть. Я пробивал ему щит. What the fuck? Мне тупо не заролилось типа в конце или что? Смотри, какие у тебя хилки есть. Так, а если я, кстати, здесь... У него метки уже есть. Какая красотуля. Это, кстати, вообще просто... Это был... Было на 120, было. Думаю, пару хилок в буку можно взять вместо аквасворд какого-нибудь. Это чё вообще? Выглядит как вайпатрай, ребят. Да каким-то макаром тучку эту прижучить. Она еще и взлетает. Не, да. Черная тучка действительно. Опять стрим дропается, кажется. Были спайкуси небольшие, сейчас все прошло. Вот это он просто вытирает об меня ноги, блин. Тучка вообще качество. Тучка дикая, тучка вайпатрай.
Я не знаю, я не думаю, что я вообще убью его, если дочка будет суммониться. Ее надо фокусить первой, но только надо вообще в тайминг в какой-то невероятный попасть. Опять точка, ёпрость, да что ж за неудача-то такая. Так. С. Ну, попробуем. Стил. А, ну да. Что? Стил! Стил с тучкой услышал вас. Услышал. А. Какая жесть же, а? ПС. Ну, тут есть вот такая комбинация, в принципе, давайте попробуем. Да я же жал. Я не знаю, как это. Тучка действительно жесть. Я вижу, у меня действительно есть дропы до 7-6к. Так, фолдер, Aquasword, где у меня рекавер? Где у меня рекавер А? Рекав 120. Aquasword. Save. Yes. С. Я могу стоп-стартнуть напрямую на Twitch кинуть. Хотите? А, вижу, да, есть какие-то продропы. Может быть, это из-за, я не знаю, из-за погоды херовой, чтобы не знать. Может быть... Давайте стоп-старт. Вот и стоп-старт. Все сейчас нормально? Угу. Так. Так, Dynamite. Интересно, если пометки... Пометки может быть? Нет, пометки не может быть. Так, Ку. Блин, нехорошо получилось. Сейчас я откисну, походу. Стил. Так, и чё там? Да как? Как? Сраный, блин, да! Жестко. Сраный череп станковал, это просто жесть. А. Жесть какая.
Ну вот как от этого дерьма доджить? Как это дерьмо доджить? Кухан. Кухан. Так. Если это как-то поможет, головы Саурами называются Магалиан. Ой. Я не знаю, как это доджить. Да, дамага у меня нету на этих, на это дерьмишко. Так. Ладно, на самом деле пофигу, то что на визарде что-то не получается. Главное, чтобы на боссе получилось. Так, стил. Хотя есть О и П. Угу. Так, хорошо. У меня, кстати, тут не будет коллизии дамага. Не знаю, сейчас увидим. Судя по всему, будет так-то. Так, хорошо. Снова S. Странно, почему здесь S. Если я не успел по времени. Так, хорошо. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Может быть, в удар мор все-таки стоит взять? Нет, там будут огненные атаки, будут. Огненные атаки. Метеор еще будет. С удар мором я сразу откисну. Так, здесь можно так. Итак. Да ты охерел, я не попал ничем. Какая боль. Ну почему я? А, еще жопка прикрывает. Я понял, в чем дело. Он за жопкой прячется. Нифига себе. Так. Так, начинаем. Так, стил, ССС. Стил. Угу. Да, но там же есть и водяные жуки, поэтому это такое себе.
О, блин. Это что за фигня? Серьезно, я сломал себе это дерьмо? Вот это караул. Вот это караул. Так. А, ку-ку. Я надеюсь, ку-ку, конечно же. Так, А, С, С. Нет, 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 ну это просто жесть, ну это просто жесть. В смысле, я сбиваю ему этот бабл, наношу ему, а я тебе говорил, что экспал говно, знаешь, что оно не говно, в шестой части. Хорошо, экспанул говно, я тебя услышал. Действительно говно. Замени его вообще на что хочешь, блин. Что мне, может быть, иммун какой-то? Temporary immunity. Поехали temporary immunity возьмем. Сам подставился. Подо что я подставился? Он атакует на 9 клеток, там не доджи мой урон. Что я подставился? Где я подставился? Как это надо было контрить? Что значит сам подставился? Я литерально по ему попал, по сути, он по мне попал двумя атаками, два раза по метеорам. Перед метеоритом на урон подставился. Ну я, блин, урон ему хотел нанести. И там вообще, это он, сука, собака неприятная, каким-то макаром что-то сделал. Мне, кстати, стил, в принципе, не нужен. Эй, вот этот вот. Может быть, ремобит? Он будет свисеть над ним, ремобит... А, его собьют, как только его собьют, он сразу перестанет работать, все, я понял. Так. Поехали. С, С. Аку. Ну что у меня сегодня творится-то такое с роллами-то? А, подожди, он не дотягивается оттуда? Ой, как удобно. Что-то как-то я не подумал об этом. У тебя 100 на этом, да? Ой, хорошо, иди сюда. Этот что, я скачал Ninja Gaiden, наверное, либо хотел игру. На него сейчас не собирает Ларри. Он станковал почему-то. Здорово. Здорово, Homo sapiens. Нет, пока не было. Ой, тучка, надо быстро закончить этот замес. Нет, но ты всегда можешь стать первым. И нет, мы до сих пор в рубляксу собираем. Я не стал
трансформировать ничего в Ларе. Конечно же. Джек. Ладно, сейчас мы выиграем, сейчас мы выиграем. Сейчас Инвиз должен помочь. Все, должно получи. Должно получиться. Так, ССС. Барьер, стил. Дамаг, лонгсворд. Угу. Окей. 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 Увидел. Увидел, понял. Понял, осознал. Просто жесть какая-то. Да ты просто можешь отстать от меня. Не туда. Ну а что ты решил? Ты решил торговал лицом. Ну, может быть, потому что я не должен умирать за 2 секунды от сраного мопца. Говнеца. Как тебе кажется? Может быть, потому что, мать его... Может быть, потому что он сраный моб, понимаешь, и не должен меня успевать перерашивать в лицо. Кажется, что должен. Вот мне так не кажется. Во-первых, во-вторых, там тупо баг какой-то. Там инстанции урона простакались по мне несколько раз. Не наносит он пол пула мне с одной тычки. Всратый ж, блин. Откуда такой урон? Сейчас еще пока здесь бегу, как черные тучки заролятся, так хоть стой, хоть падай. И реально откисну с первой черной тучки. Так, хорошо. Ох, ни хрена здесь. Ни хрена здесь зарол случился. Топовый. О боже. Ну ладно, это сойдет. Так, здесь есть вот этот, да? Тут ПП вот этот есть, да? Так. Угу. ППС. Ну тут ничего не остается, кроме как так. Так, 300 урона. ССА. Выглядит как...
Фаст Гауш 2 не случится, если у меня память не изменяет. Так, инвиз. Отлично. Ку-ку-эс-эс. Там золотой какой-то пришел. Это что за дерьмило вообще? Ого! А, это электрический. Я понял, 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 понял. Чё сразу булить-то? Чё сразу булить-то? С-С. И 160 вот этот на кей. Так, С-С. Барьер С. Нет, 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 нет. Ланга. Так, СС. Так, тебя. И тебя. Должен добить. Только не говори мне о второй фазе, умоляю. Мне хватило. Мой жизневирус! Что? Что? Что ты натворил? Мой малыш! Мой WWW! Нет! В дебаде, в дебаде. Утечка вируса. Все системы не работают как надо. Самоуничтожение активировано. Ой-ой. Но! Мои цени... Но моя ценнейшая ВВВ-лаборатория! Давайте убираться отсюда! Мегамен, отрубайся! Роджер! Лан! Лан, ты в порядке? Эй, ребята! И лайф-вирус? В истории! Ипи! Где все остальные? Они убрались в безопасное место. Отлично! Теперь давайте сваливать! Скорее, это место вот-вот взорвется. ВВВ. Навсегда! И таким образом... Отличная работа, Лан. И Хаб. Ну, я имею в виду Мегамен. Ох, я так рада, что оба вы в безопасности. Прости, мам. Что ж, я никогда не рассчитывала, что воспитывание двух мальчиков будет легкой задачей. Да один-то у тебя на выходе откис. Ну или на входе, тут как посмотреть. Не так ли, дорогой? Они бы не справились без тебя. Ля, у них токсичная семейка. Она его типа пробулила, что он все время на работе пропадает. А он пробулил ее, что она делюдат факери. Спасибо.
Они бы не справились без нас, ты имеешь в виду? Дорогая. Дорогой. Хе-хе, твои мама и папа отлично ладят, Лан. Я знаю. Стыдоба какая. Может, нам стоит у них поучиться? Щиищ! А? Ты о чем говоришь? Мы все лишь друзья. Лан, Лан, Лан. Ах, он правда настолько тугой, не так ли? Все верно, Ролл. Твои слова, Мега. Погляди, даже Ролл и Мегамен в настроении. Так, а что это... А что она имеет в виду? Я не понял сейчас. I've had it with you, Lan. After I was so nice. Она типа... I've had it? Я заработала, я заслужила? Я заслужила свидание с тобой, Lan. После того, как я была такой хорошей девочкой. Мне не надо было тебя спасать. Я ничего не понимаю. Что я делаю не так? Попадос. У-у-у, Мэйл и Лан на дереве. А я не знаю, что это за присказка на дереве. Мэйлан, а? Мэйл, ты... Разве это не очевидно? Вот в натуре. Да, но... Не отрицай этого, Лан. Ну все. Этот разговор окончен. Просто спасибо за то, что спасли меня. Вы двое. Дак всегда платит свои долги. Не стоит благодарности. Ну это дразнилка типа теле-теле тесто. Ну конечно, это понятно. Я просто не смог from the top of my head вспомнить, что это, как это переводится. Как выглядит, звучит она у них. О, про теле-теле тесто я, честно говоря, даже забыл. Спасибо, Декс, ты настоящий друг. Все верно. Ну, правда, тебе нужно немного практики еще, Декс. Что? Мне? Практика? Ты... О! Ну что ж. Ну что, разве мы тут все несчастливая кучка? Чат, ты тоже помог. Не стоит благодарности. На самом деле, ты выставил меня в плохом свете. Потому что сделал всю работу. Хе. Ворчивый, как всегда, я вижу. Но я бы не смог остановить ВВВ, если бы ты не помог. Спасибо тебе. Ну, ладно. Благодарности приняты в этот раз. Но в следующий раз, когда что-нибудь стрясется, оставь битвы мне и Протомену. Эй, мы будем сражаться бок о бок. Все так, Мегамен? А, прости. Я имею в виду, что если ты все еще хочешь, чтобы тебя так хап. Мегамен, мое имя. И я с тобой до самого конца. Как команда Лан, мы непобедимы. Да, все так. О, погоди. Еще одна штука. Начиная с этого момента. Ты сам теперь себя будешь по утрам, понял? Что? В натуре? О, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ахуга-ахуга. Что? А подожди. Это вот этот ахуга? Что это такое был? There can be a crook here now. Что такое?
Круг — это же бандит-вор. Что? Неужели здесь какой-то бандит? А, это сигналка. Система... Сигнализация, должно быть, опять ложно сработала. От старая штуковина. Лан, у нас есть дело. Все верно, погнали. Подрубайся, Мегамен, передавай. Ага, это что, титры? Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ну, а по поводу этой игры, мне кажется, во-первых, по-моему, это очень удачный, грубо говоря, бранч франшизы. Прям удачный. Прям вообще. Играется приятно. Вот. Есть над чем работать, я уверен. Но это очень хорошая штука, мне понравилась игра. Игра прям приятная. Найс, у чуваков. Чуваки катаются. Вторая игра еще лучше. А что мне, наверное, не понравилось? Да мне не понравилось, конечно... ну, не знаю. Некоторые карты совсем пайлуха. И не имеют даже особого шанса не быть пайлухой. Механика комбинаций в игре, к сожалению, просто мимо. Механика комбинаций в игре, к сожалению, просто мимо. Вот. Плюс еще комбинации не... Ну, они такие, типа, не доезжают, не делают красоты жизни. Вот. Дохнуть без сейва понравилось? Не, ну, дохнуть без сейва так это нормально. Ну, то есть сделали просто финального босса таким сложным, типа два босса в одном. Ну, это, наверное, так и должно быть. Да. Чего ж тут? Мы собрали 92/175. Мегамен левел 44. Тайм 16:57. Конец. Так, а сейчас тут будет что-то еще, да? Фалькорка, а уже что-то еще есть или как? Мы же должны были continue, звездочка. Ага, это просто заново. Звездочка подразумевает, что ты закончил игру, но она продолжается с последнего. Но она продолжается с последнего сейва. А-а-а, ну тут снова этот. Ну все, мы валим или как? Или что мы сейчас делаем? Ты про этих двух? Если хочешь найти и сразиться с секретными боссами, надо идти в дебри интернета. Ну, оно надо? Как мне. Подожди, но. Мне сейчас надо отсюда просто свалить. Сейчас надо и вот этих челов, наверное, откисть, чтобы они откисли и свалить отсюда. Загрузи последний сейф и да, покидаем этот остров. Ладно, хорошо. Здесь можно смело выйти. Так. Так, нам нужно в интернет, да? Мы, по идее, где-то здесь можем даже в интернет-то попасть. Те-те-ре-те-те-те-те. Те-те-те-те-те.
Нам где проще всего зайти? Нас интересует самый жир... Какой интернет нам нужен? Нас интересует вообще самый жир, да? Значит, есть... С папкиного компьютера. Это папкин компьютер, это... Ну, нужен 4, 9 и 10 и далее интернета. 4, 9. Окей. Ну, 4 это Мию. Мы с Мию можем зайти. Мию это у нас... Почему нам нужен папка тогда? Четвертый интернет, я могу с Мию зайти. Так. Третий, девятый, десятый. Третий, девятый, десятый. Хорошо, сейчас подожди. Третий, девятый, десятый. Вот, вижу папкин. Хорошо. И что нам тут делать? Ну хорошо, пошли к папке тогда. Так, к папке. Как мы быстрее всего можем попасть к папке? Есть сал. Есть сал, я думаю, сал лучше всего. Хотя и у папки тоже можно. От папки мы куда идем? Лаб. Сал это вот эта пирогиня же деревянная. Мы можем просто у нее через шоп пройти. Там после 16 интернета есть схема связи локации. Так, здесь можно челленджнуть сало, можно просто заджекиниться. Это тот же самый третий интернет. Я вообще не помню, как номер, так что крепи жопу. Хорошо. Так, могут оторвать. О, это считается самым жирным мобом. Очень интересно. Могут и оторвать. Да как пить дать оторвут. Пиум. Тучка. Так, ну эта говнина точно должна откиснуть одну. Так, выпускай меня. Отлично, вылезли. Хорош. Так, мы куда идем? О, шапидзе. Шок в IP. Так, HP Memory, White Sword S. Description. X-Panel Hammer, M-Cannon L. HP Memory просто берем у него. Почему нет? У меня все равно больше. Да забирай. Скупи, они пока не тут дешевые. Так, хорошо. Мы куда идем-то? Мы, ну, по... Куда идем-то? Ты же мне говори, я же не знаю. И вот мы сейчас, вот мы в зоне, где третья... Там папка прям тут, как тут, где-то.
3, 9, 10, 11, 12. А, нас интересует поход дальше? Так ты бы мне бы сказал, мы бы тогда... Хорошо. Все, я понял, нас интересует 9. Все, понял. Это не то. Здесь не пройти. Значит, здесь нужно по вот этой штуке внизу пройти. Значит, надо к папке. Так, хорошо. Sony Wave. Рекавери 120, интересно, стоит брать? Кстати, 560 здоровья. Блин, если бы я заранее... Давай так. Да что ж ты будешь делать? Да ладно, сойдет. Так, девяточка. С девяточки в десяточку. С десяточки. С девяточки в десяточку. В десяточку далеко идти. Вот мы стартанули. Мы стартанули, кстати, откуда? Мы стартанули почему-то, если я сейчас пойду назад, я пойду в интернет 8. Это очень странная история, ну ладно. Десятку просто из варяг в греки валим. Кстати, надо не забывать сохраняться, а то знаю я себя. Ничего не собираем, нам не надо, мы прошли игру. 150-150. ССП. Ох, кайф какой. Кайфатура. Так, здесь подъем, он нам не нужен. Нам нужно на самое право и в десятый. Не, ну вот эта волна очень классная, много урона. Ладно, то, что у меня под ногами, я так и быть возьму. Но осадочек все равно остался, что нагибаться пришлось. Там, кстати, Колорман, мы не хотим с Колорманом подраться? Прикинь, ради такого уровня, что приходится использовать нави-чип с меньшим уроном, а теперь у тебя вот таких чипов может быть. Да. Тело твое сохрани столько. Но мы его как бы убивали, он типа В2. Нам он очень нужен. Убивали и убивали. Ну пошли просто его рофла штопнем разочек, если он здесь заролится. Да, он есть здесь. 700. Чё-то какая-то борода, ну ладно. Так, С...
С-К... Ку. Ку и Ку. Вот в чем вопрос. Может быть, стоит? Да нет, С1С вот это тоже лучше. Подожди, а пока он, типа, вот в этой фазе он не... Сложные, конечно, бойцы. Может быть, повезет. Ой, у него еще и зона инвиза. Ну ладно, придется так. Здесь фигня полная. Быстро мы его не убили. Может быть, из-за того, что я не получил никакого урона, мне... Ну, мне дали колорма на Си. Ну, он на Си. А? Что он делает-то вообще? Folder. Colorman Towers of Aqua and Fire. О, это, кстати, может быть, оказаться... Он же... Второе зря не берешь, меч занимает слой предложки. Раньше скинешь, это больше чиповой тратироваться. Окей. Ничего себе, я об этом даже в таком ключе не думал. Я как-то... Ведь это очень очевидно. Так, мы в интернете 10. Один... Теперь нам надо в интернет 11. 11 интернет у нас ЗВВ. Don't use escape chip in this area. Don't use escape chip in this area. Хорошо, бежим. Нам надо просто до шопа. Шоп выносим. Не, подожди, стой. Секундочку. А как нам спуститься? Ага, да просто до шопа, шоп выносим, дуем вниз. Хорошо, понял. Escape chip, what is this? Здесь, кстати, даже какие-то нормальные вещи валяться могут. Ультракаракатицы. Хо-хо-хо-хо. Я такой крутой, что скул... Что баблы пробиваю скулманом. Черепопад. Да... Бубл баф. Медведь и штука за 240. Ку П О. Давайте так как-то. Почему предыдущая уничтожена была? What the fuck, вообще, простите. Я не очень сейчас понял, вот сейчас. Ты что, лимит на салон против таких хитрожопов? В смысле, я хитрожопый, потому что заюзал несколько раз свои обилки? Охеренно. Я прям чувствую свою хитрожопость. Power Up, Aqua Armor, Longsword E, M Cannon Steel A. Aqua Armor 30к. Power Up у нас еще чарж делает, да?
Давайте возьмем повара просто. HP memory. Вот и все, вот и в минус все бабки. До свидания. Мегамен. Кстати, Мишка почему-то откис очень странно. Он откис так, как будто я... Ну что ж ты будешь делать? А, потому что он ледяной, и я бомбой его взорвал. Здесь можно, в принципе, забежать за вкусняшкой, почему нет? White Sword S, между прочим. Кусок мусора. Ну, приятный кусок мусора. 240. +150 плюс 80, 240 же не будет, ребят. Еще зенисов. Здесь есть вкусняшка. Ну давайте его пин. У меня есть он, поэтому что бы мне его не взять. Ну, поварапов. Мы, кстати, босса без большого количества всяких разных поварапов побивали. Как вы думаете, может быть, я уже заслужил сегодня чаечек? Или, может быть, три в одном? Как вы думаете, ребят? Такой хороший мальчик, как я. Ice Cube. Так, S we can. 150 плюс 100 должно убить этого чела. Сойдет, в принципе. Счетчик 3 в одном, чефир. Донт умничай. Я побаиваюсь. Сойдет. Я побаивался, да. Братан, это такой сленг раковый. Бравери левел, бравери левел, сатисфактивный пас. Бравери? О! Так, поехали, 11. Бравери левел 11. Да есть же. Так, мне нужен Бомбман 2, да, наверное? Я так полагаю. Какая разница, как он пишется? Не, я серьезно, прикинь. Чифир, блин. Так, ну все, здесь жесткие оппоненты должны быть. You can get, you can buy this area just by deleting viruses. You gotta do it with style. Что ты имеешь в виду? Cowards will never make it through here. Это что, типа у меня булят меня? 200, 200.
А, надо сменить теперь. Я теперь не могу так. Я теперь не могу... Понял тебя. Да ты гонишь. Я теперь не могу пострелять из бластера, потому что я заменил его на... Это ничто стоит для прохождения локации, да? Да, я не знаю, что за киллинный стайл. Always overboosting. О, я понял. А у меня какой сейчас был бустинг только что? Какой у меня только что был бустинг, кто смотрел? Короче, чтобы пройти дальше, пятый, чтобы... То есть, короче, чтобы мне надо, чтобы зайти в следующий левел. Мне надо... А, это, простите, внизу. Ну, я постараюсь, конечно. Но это было с стайлом. Левел 6, хорошо. Так. Лонгсворд, хорошо. Угу, точно больше, чем... Так, здесь можно всякое забрать, но я не хочу рисковать раном, поэтому здесь мы сохранимся. Потому что мне, не дай бог. Repair G. Так. Кусту 20 раз, кусту 22. Так, не звучит после каждого удачного файта. Да, я так и делаю. Так, не туда бегу, фак. О. Ой-ой-ой. Так. Не туда бегу, не туда бегу, не туда бегу. Так, здесь у нас эта штуковина не сюда. Так, 200, 200.
Слушай, давай вот эту штуку бахнем. О боже, Саша, прекрати. Так, хорошо. Давай. Фух, хорошо. Дрейн 2. Отлично. You may pass. Хорошо. Бомбмана пойдем убивать? Левел 2. Нам бомба нужен? 900. Так. Так, иди сюда. Так, ты же не пролетишь мимо? Сейчас посмотрим. Нет, он ненавистный. Вот клоунская фиеста, блин. Чего волну жмешь? А чё она мне здесь нужна? Она одна атака сделает и все. А, бомбу же можно уничтожать. И верно. Можно. Действительно, пуще получает волну. А, он же еще, наверное, огненный, да? Майнту. Да, ты гонишь просто. Не знаю, какую бомбу. Либо огонь, либо нейтральный. А у волны элемент говна. Я все сказал. Левел 5. Ладно, бомба на Б есть. Ну, такой себе, не очень красиво. Так, здесь что? You can't go on from here. Play around as much as you like, though. Так, а что здесь 12? 12 это что он имеет в виду? О, фараон, мэн. Там будут классные бойцы, баки. Нам надо в шоп, пойдем к нему? В шопчик. Не, у меня на него все равно денег нету. Тупиковая локация, с ней дальше никуда не пройти. Угу. Ну ладно. Ну, мы по прямой идем к фараону, наверное. Чего уж тут лукавить.
40-200. Так, П. А, точно тут же будет. Бом в левом низу. Ой, я что-то оподливился. Сейчас будет один урона. После первого секретного босса прошу вернуться назад и строить вояж 3, 9, 10, 13, 14, 15. Это зачем? Ой, он в плохом месте положил мину. Хотя мы на нее не уступили. Мы же хотели просто посмотреть секретных боссов и идти во вторую игру. У нас тут как бы... У нас как бы следующая игра стынет. Сделаем пока. То меня что-то тут заспамливают. Ого. Вот так вот. Вот так вот, ребятуся. Так, это мы куда? Ага. Спасибо большое, Ринсвин, за 5 сабок. Профит еще. Спасибо большое. Это первый донат мне сегодня, по-моему. Жизнь моя жестянка. Так. Он какого будет бить ближайшего? Поздравляю с годовщиной. Спасибо. Годовщина. Каждый год это годовщина. Давай ты первого ударишь. Может, я успею ему пробить барьер? Так, успею, кажется. Ну, нормас вообще. Отжучено. Да, урон у них. Урон у них вообще. Нихера себе. Просто нихера себе. Тут реально можно после каждого сейваться. 140 вот эти. Ку. Как-то красиво можем сделать. Я бы такой, чтобы ССП. Но вот в этом проблема. Я, наверное, как-то вот так вот сделаю. Угу, давайте вот это, так вот сделаем. Что будешь делать? Хорошо, он, видите, не смог сделать. Хорошо. Да есть же. Так, пора сохраняться на самом деле. Так, что у меня здесь есть? Большая бимба, заку. Хорошо, в принципе, наверное, так и сделаем.
Так, ну поехали. Night Sword B. И чего? Я не понял. Night Sword B. Ну давай. Ребята, что-то не то. Окей, сюда. Братан, у меня 44-й примерно. У меня, ну, уже больше, уже больше, уже 53-й, но все равно это чисто я на все слил. Братан, это знак. Пошли во вторую часть. Пошли чай во вторую часть. Нахер секретных боссов, они. Они слишком секретные. 70-й левел. Я много шел, пылесосил все подряд. Пойду чайничек поставлю. Пора уже себя побаловать чайком. Ой. Ой, потягуся. Хорошо. Чё? Это примерно 100 казенни и много беготни по интернетам. Придется скипнуть. Я тебе 3 видоса скинул в личку, можно включить перед ММ. Хорошо. Так. Через 2 хп, 1 поварап и 2 армора. 100 казенни, братан. 100 казенни. Я только что потратил... Я только что потратил... Так, Берри Терн. Вот второе. Я только что потратил 100 казенни, и которую фармил всю игру. Так, видосы, пошли. Так, здесь нас... Может быть, мы пока просто выйдем тогда из игры, а то она на весь экран будет. Так, один демонстрирует того самого третьего секретного босса, второй просто веселая фан-поделка, а третий по тайм-коду это самый интересный программ Advanced, до которых ты не доберешься без прилежного гринда. Программ Advance, да, механика интересная, но да, все эти штуки, которые типа через прилежный грин только открываются, это, конечно, все очень здорово, но если игра проходится без этого, а она объективно проходится без этого, то как бы нахер и не нужен интернет вашего, как говорится. Так, видосик номер один. Секрет босс бас. Да, случайные данные, да, насыпают, будь здоров. Ну, Quake 3C. Мне больше бы хотелось, чтобы была механика грейда, наверное, каких-нибудь картишек. Вот, да. Ну, я уверен, что учитывая, что это первая их игра, что можно впоследствии сделать лучше. А чё мы смотрим? Можно нам... А, он просто бегает и ждет его. То есть он пока бегает. Вот он бегает. Вот он бежит. А, он типа перезаходит в игру, чтобы подраться. Так, это... Ого, урона у этого говна. 1000 здоровья. Кухан. Просто делает Лакон 3. Что он дает?
на его стороне висит. Ого! Чего? Локон можно поставить со стороны оппонента, и он будет бить бесконечно оппонента? Это вообще что за механика? У меня был Локон 2. Понятно. И что ты за него получаешь? Life Aura P. Ну, ты будешь вот так вот. И что это такое? Он показывает, что у него есть Life Aura? Он показывает, что у него все есть. О, что такое Muramasa? Вот это то, что я хотел бы. Night Sword. Hero Sword, Fire Sword, Aqua Sword, Elix Sword, Muramasa. Do damage to you, равно to your HP loss. А учитывая, что у него 1000. Ну понятно. Alive. Shadow Man 3. Split into 3 Star Attack. Где Life Aura? Понятно, всю библиотеку зафармил. Задр. У нас на 127 находится примерно. Давайте посмотрим, что это такое. Negate all attacks. Ага, с дамагой меньше 100. Понятно. Это чип, который падает с Shadow Man 3. Если повезет, Muramasa носит до 800 в зависимости от недостающего максимума хп, но у него радиус как просто меща на одну клетку. Да, это без тела не работает, я понимаю. Так, это был первый видосик. Хорошо. Mega Man Bully Network. Это преимущественно PvP-чип. Жиза нахер. Так игра играется. Это типа обузные стратки показываются. Ну да, да, да. Ну тут слушайте, ну я как увидел Локон, реально. Локон это же безумие. Игра ощущается ровно так же, так что я согласен. Подожди, братан, там ты третий видос, который ты скинул на 37 минут. Ты уверен? Блин, просто ты уверен? Может быть, не надо? Или ты с тайм-кодом скинул? Тайм-код должен быть. Лучше скажи цифру так. А чё это он просто показывает как каждую пушку, да? Ладно, давай посмотрим. Normal Chips. Это херня Navi Chips. Program Advances. А, вот, Program Advances. Нас интересует же Program Advances. Ну, давай Program Advances. 35-14, это самый конец. Нас интересует Program Advances все или какие? Да, это... Canon BC, это мы знаем, что такое, это он будет стрелять без конца. Так, High Canon. Нет, подожди, это что-то другое. High Canon, Z Canon 2. Ну, это то же самое, только с каненами. Мусорно. Это то же самое. Z Canon 3, то же самое. Так, а вот это что такое? Spreader HIG, Z-Spread. И что будет?
Просто спамят, да. О, ротоны, 3 штуки. А ABC, да? Сложно, пипец, собрать это дерьмо. Заратон. Да, и будешь спамить ротонами, но тут все понятно. Ротон 2, понятно. Ротон 2, понятно. Ротон 3, понятно. Не смешите 3 эры. Zero я сам юзал. Тут все понятно. 35-10 уточнил. Да, это что-то чушь какая-то. Квейки, да, хорошая штука. А, да, еще количество квейков. Забавно, вот это хорошие штуки. Шотган. Ага, все вот эти. Все кроссган спредер. Пур кэнон. Это может быть что-то интересное. Ага. Гая, Гая 2, Гая 3 и Quake. 1, 2, 3, Quake 3, Heavy Stamp. Сейчас всю сломает платформу. На одного только, господи, какое говно. Ну это понятно, это милишные атаки. Ну да. Дерьмо, которое никогда даже собирать не стоит. Как бы выглядит круто, а в деку даже брать не хочется. Дрейны. 3 дрейна и... О, 3 дрейна и волна. Вот это интересно. Блодсок. Блодсок. Блин, вот... Тайфун, Хюрикин, Циклон, Репэйр, Сторм. Почему Репэйр-то? По всей карте, кстати. Медгуард, Дэш, Гатсман. ГТС шут. Барьер, акваура. Такого даже не видел. Лайфсейвер. Угу. И типа у тебя теперь еще иммунитет после этого. А сколько это? Вечер и хорошего дня. Спасибо большое, Ланастерен. Опа, это что такое? ФТР Сварды. 2X Hero. О, вот это, кстати, сейчас будет красота. Походу до следующего раунда. Слушай, до следующего раунда это полный трындец, братан. До следующего раунда раунд не начинается, пока ты не жмешь говнишко. То есть это, грубо говоря, иммунитет до навсегда. Это что-то как-то не то. А самое главное, если ты это скомбинируешь с какой-нибудь атакой, которая трансформирует твой ЛКМ. Хотите даже ЛКМ трансформировать, не надо, это полный трындец. Ланастерен, Профисича. Спасибо большое, ребят, за поддержку. Так. I think we ready? Ready? Начинаем сегодня. Прекраснейшую. Так, ты мне там пак чего-то, если нам надо будет скинуть, скинь. Мы начинаем вторую. Она у нас в первой Legacy Collection. У меня две Legacy Collection, конечно же. Начинаем вторую игру из... Я на нее очень большие надежды возлагаю. Я на очень большие. Худ мини плюс чат сделал. Кстати, да. Господи, я слышу в первый раз слышу речь за стеной, и я слышу русскую речь. Это просто ухахатабл. Сам посмотришь, скажешь.
Да, я на самом деле в некоторых местах мне с картой не понравилось играть, потому что суть некоторых данжей заключалась в том, чтобы я просто сам пытался это все дело найти. И у меня в нее закономерный вопрос: а нафига мне с картой играть в такие данжи?